Привет! Всем, кто присоединяется, привет! Сейчас подождем, пока все соберутся. Так, города, присоединяйтесь, отлично. Супер. Да, всем привет, кто присоединился. Вот, хотела просто после всех праздников и выходных рассказать немножко про кастинг, про дистанционный, про ближайшие, которые будут. Смотрите, информация для тех, кто в Москве. Ближайший кастинг будет послезавтра, в среду, с 2 до 4. С собой нужно иметь паспорт. Записаться можно по телефону. Запишите 8-495-308-95-65. Звоните по этому номеру в будни. Сегодня можно до 5, завтра с 12 до 5. И записывайтесь на кастинг. Либо можете не звонить по номеру, а зайти на сайт дом2.ру в раздел кастинга и посмотреть адрес и сразу с паспортом приезжать. Строго в это время, с 2 до 4, без опоздания. Примем всех, кто придет в это время. Вот, дальше информация по городам. Также у нас проходит кастинг дистанционный, то есть по скайпу. Ближайший город у нас Краснодар, 30 января будет кастинг с 12 до 6. И 31 января в Воронеже тоже с 12 до 6. Поэтому звоните по номерам, которые указаны в местной рекламе и по ТНТ бегущей строкой. Вот, и записывайтесь на кастинг. Так, те, кто не в России и не в тех городах, которые я назвала, могут взять в руки телефон, как, например, это сделала я, снять короткое видео о себе, сказать фамилию, имя, возраст, город, чем вы занимаетесь, чем вы интересны, почему вы достойны стать участником Дома 2, почему мы должны именно вас взять, ваша симпатия, кого вы выделяете, к кому идете, с какой историей, и в конце номер телефона. Все это видео уложить в 1,5 минуты максимум и отправить мне на почту. Адрес почты у меня в ссылке вверху перископа. Вот, поэтому такая краткая информация. Да, у нас есть единственное ограничение до 27 лет строго. Сейчас не принимаем возрастных участников, у нас их перебор на проекте. От 18 строго и до 27. Вот, поэтому welcome. Ждем вас. Праздники закончились, начинаются трудовые будни. Так, поэтому вот, вроде все сказала, поэтому приезжайте. 27, критичный возраст, но еще принимаем. Так, ребят, видео, возможно, еще не смотрела, потому что мы были 10 дней выходные, так же, как и вся страна. Вот, поэтому все в порядке очереди. Поднакопилась почта, все, что в Москве мы разобрали это, все остальное ожидайте в порядке очереди. 28, нет, сори, уже не сможем посотрудничать. Вот, в общем, вот так. Если есть вопросы, задавайте, с удовольствием с вами пообщаюсь. Так, 27, да, еще берем. Все остальное в порядке очереди. А у меня максимум минуты на видео, что не могу рассказать, тоже отправляла. Ребят, когда вы присылаете видео на 3-4 минуты, поверьте, больше минуты все равно смотреть невозможно. Вас много, видео в день я отсматриваю по 40-50 штук. Давайте экономить и мое время, оно безумно дорогое, и свое тоже. Всю необходимую о себе информацию можно вложить в 1,5 минуты. Вы очень часто говорите, я не могу вложиться там в 1,5 минуты. Вы очень сильно растекаетесь, вы не умеете отделять главную информацию от второстепенной. Просто порепетируйте перед зеркалом, напишите на листике, чтобы вы самого интересного могли о себе рассказать. Вот, и, пожалуйста, просто не тратьте время по 3-4 минуты видео, я не смотрю такие видео. Так, мне 17, в феврале 18. Ну, как в феврале 18 исполнится, так и приходите. 31 нет, ребят, к сожалению, возрастных участников очень много. До 27 лет строго. Вот кто пишет, даже мне 28, ребят, до 27. Есть другие программы, они более возрастные, там требуется... другая категория возрастная, поэтому, пожалуйста, пробуйте строго от 18 до 27.
Можно будет, ребят, информацию всю сказала, пожалуйста, любой способ, либо приезжайте в Москву лично, либо ждите, когда будет кастинг в вашем городе, либо присылайте видео мне на почту. Любой способ доступный, каждый способ хорош, одинаково каждый действует способ, поэтому, пожалуйста, не проблема. Какая зарплата, ребят? Вы сначала кастинг пройдите, а все остальные вопросы будете задавать, когда будете заполнять договор на работу. С Украины можно, конечно. Рите было 17, да, ей было пару месяцев до 18. Мы сделали большое исключение. Мама написала, родители написали расписку, что они не против, и отправили под присмотром сестры, которая находилась на тот момент на проекте. У вас сестры, думаю, на проекте нет, али брата, поэтому будет 18, приходите. Архангельск, что Архангельск? Работа. Ребят, вы задавайте вопрос в это. Так, чтобы было понятно, потому что когда у вас вопросы вверх улетают, вот пишите «работа», не могу понять, что за вопрос. Пишите как бы более развернуто, чтобы понятно было. Нет, если я видео посмотрела, значит, мы с вами связываемся по тому номеру, который вы оставили в конце видео, и сразу покупаем вам билет, вы становитесь участником. Больше приезжать на кастинг не нужно, вы его проходите по видео. Да, билеты мы покупаем вам сами, вы нам присылаете просто ксерокопию паспорта, и вы становитесь участником. Поступайте на полное обеспечение канала ТНТ. Вот, женатых мы не берем, сценариев там нет. Где проходят съемки «Дома 2»? Ну, если это поляна, это Подмосковье, если это городские квартиры и студия, где проходят ток-шоу и съемки конкурса «Миллион на свадьбу», то это там же, где и кастинг, Самара Машел, дом 5. Человек должен быть интересен в какой сфере? Он должен быть интересной личностью, желательно в нескольких сферах. В работе, с интересной жизненной позицией, с интересной историей. Человек, умеющий выделяться из толпы, человек, умеющий донести что-то интересное, привнести. То есть вот вы пришли на проект, а хоп, что-то поменялось. Вот таких интересных людей мы ждем на проекте. 27-летнее ограничение не распространяется на участников, которые находятся там давно, старички. У них отдельный договор, у них отдельные условия. Да, на них это не распространяется. Во всем остальном распоряжение канала, как угодно воспринимайте, до 27. Ребят, если вам 28, сори, все, это уже поздно. Если вас выгоняют на проекте, вам также покупают билет, вы уезжаете домой, все нормально, все добираются, никто еще нигде не потерялся. Да, по видео много проходили, с последних, Лиза, наверное, Шароха, да много, слушайте, Романец в свое время у меня прошла, Кристина Дерябина, да, много участников, сейчас-то я так уже прям не вспомню сразу, вот, поэтому не проблема. Вот, вчера мальчик, который ушел на проекте, Сладков вместе с Сержем приходил, тоже вот Сладков Вячеслав прошел по видео, неважно, каким образом вы пройдете кастинг, главное его пройти. На Сейшелы кастинг и кастинг на поляну, он один общий. Вы сначала приходите в любом случае на поляну, и только потом, если у вас есть интересная история, связанная с участником, который находится на Сейшелах, вы летите на Сейшелы. Либо у вас есть что заявить на этих Сейшелах. То есть изначально все попадают на поляну. Проходят не те, у кого деньги, ребят. Проходят те, кто креативный, интересный и умеет отстоять себя. На самом деле... То есть я не могу назвать Кристину Дерябину богатой девочкой, обычная девочка из обычной семьи, а Лиза Шароха обычная девочка. Не придумывайте. Мне очень часто, кстати, пишут, а давай я тебе денег дам за кастинг, и пройду там, не буду проходить кастинг, просто заплачу. А давай там просто там, я тебе дам там 20-30 тысяч, ты меня просто проведешь. Ребят, нет, кастинг, он бесплатный. Если вы уверены в себе, если вы интересны, вы пройдете его и так, без денег. Зачем платить там, где это бесплатно? Поэтому, пожалуйста, welcome. Чем интересна Шароха? Ну, Шароха умела себя подать на кастинге, а у нее была интересная история, интересная внешность. Ну, все в совокупе. Так, кто проводит кастинг? Кастинг провожу либо я, либо другие сотрудники, работающие в кастинг-службе. Я же здесь не одна работаю. Если я би, то норм для проекта? Нет, не норм, мы не показываем бисексуальные отношения, мы за гетеросексуальность, потому что все-таки телевидение, оно учит, и так как у нас от 16+, все-таки, я думаю, не стоит делать акцент на бисексуальности. Добрый день, кастинг. Ну, тот скромный.
Так, в доме 2 уже объясняла, сценариев нет. Должанский еще там. Так. Видео смотрю я, если видео мне нравится, смотрит продюсер, который утверждает участников, с которым последнее слово. Больше видео не смотрит никто. Когда меня просят, пришлите мне видео как образец. Видео я ничьи не присылаю, это сугубо конфиденциальная информация, которую смотрит только меня, да, только я. Ценой его занимается кастингом? Нет, у нас нет таких. Ребят, каждый участник чем-то интересен. Вот расписывают сейчас, чем интересна Марина, чем интересен Должанский, чем интересна Шароха. Поверьте, если мы этих ребят выбрали, значит, нам они показались интересными. Дом 2 закончится не скоро, поэтому не ждите. Возьмите кого-то для черкасства. Вот только заход был через 5 дней. В пятницу посмотрите, пришла к нему замечательная девушка Наташа. Очень интересная. А вообще, кстати, Черкасову понравилось, точнее, Черкасов понравился одной девочке из очень известной группы. Я просто знаю из очень проверенной, из очень проверенного источника, я там записываю песни, что в прошлые выходные Андрей Черкасов записывал песню, и там была девочка одна из очень популярной группы. Как Андрей все хочет попасть в шоу-биз. Вот вроде как бы там взаимная симпатия возникла. Через какое время отправляют на поляну? Да, смотрите, вы проходите кастинг, вас утверждает продюсер, последнее слово всегда за ним. И тогда уже по исходу ситуации, когда вас уже определили, и утвердили, мы определяем с вами дату захода, вот, и уже подбираем более удобный для вас вариант. Конечно, у нас редко бывает, что прям с кастинга забирают на поляну, как правило, проходит от недели до 2. Так, видео отсматривается в течение 2 недель, потому что все в порядке очереди. Вот, поэтому ожидайте. Если вам в течение 2 недель, ни после кастинга по скайпу, ни после личного прохождения кастинга в Москве, ни после присылания кастинга, ну, присылания видео, если вам через 2 недели не ответили, значит, кастинг вы не прошли. Про деньги ответь. Еще раз повторите вопрос про деньги. Рапунцель нет, не я выбирала. На тот момент я была на Сейшелах, выбирала кастинг-служба. Вот смотрите, ребят, когда вы говорите «Марина Нытиков», там «Рапунцель Нытиков», вы уже участнику даете характеристику. Если вы можете его выделить из толпы участников, наделив его какими-то качествами, значит, участник интересен. Кто-то интересен тем, что он ноет, кто-то интересен тем, что он строит отношения, кто-то интересен скандалами, интригами, склоками, кто-то интересен тем, что не дает, допустим, как там, гость застроить отношения своему мужу. Каждый интересен чем-то своим. У нас нет определенного критерия. Нам интересны разные ребята. Вот, поэтому, пожалуйста, дерзайте. Если вы хотите попасть на кастинг, в этом нет ничего сложного. На самом деле, я попала на кастинг, правда, с второго раза, но прошла, да. То есть, когда у человека есть цель, и вдруг вы были на первом кастинге, что-то у вас не срослось, не получилось, вы поняли, что не дожали, не смогли раскрыться. Очень часто, кстати, огромная ошибка, одна из многих, которую совершают все люди, которые приходят на кастинг. Сам по себе человек в жизни может быть интересен, но он не умеет раскрываться перед посторонними людьми на камеру. То есть, как будто он приходит и зажимается перед кастинг-службой. Вы поймите, мы кота в мешке не берем. Может быть, вы и замечательны в жизни, но мы вас видим первый раз. Мы вас не знаем, поэтому тут нужно собраться, мобилизироваться и выложиться на полную перед кастинг-службой. Если вы на кастинге самые интересные, то, конечно, вы сразу попадете. Сколько платят участникам? Слушайте, не очень корректный вопрос, не люблю его, потому что, во-первых, я не заглядываю в кошелек участников, мне правда не интересно, сколько они получают. Я знаю примерную сумму. Вот, но я считаю, что каждый должен считать деньги в своем кошельке. Участники, старички, которые пришли давно, вернулись и так далее, на них ограничение до 27 лет не распространяется. С городскими что? В городских квартирах проходит ток-шоу в студии, и городские квартиры сейчас закрыты, там никто не живет. Так, Бурханов нет, Бурханов не сорванец. Из последних новостей Маша Бухун и Илья Кратков возвращаются в Москву после сильного конфликта с Андреем Чуевым. Там была даже сильная потасовка. А туда летят Коль Должанский и Руслана. Так, я очень хочу к вам. Так, Надя, если звонить. Так,
Бурханов нет, не Сурман. Есть Венгр... Я не знаю, развелся ли Венгр-Жириновский с Катей Король, потому что они реально были женаты. Замуж я не вышла, городские пока не откроют, потому что кризис очень накладный, и нет пока столько пар. На поляне-то много мест свободных. Так, где живут люди с поляны? Или сразу с дороги на проект? Да, они приезжают рано утром и сразу едут на поляну. На первое утреннее ток-шоу. Григоренко, я не знаю, вернется он или нет. Это вам надо у Григоренко спрашивать. Бородина вернется месяца через 2-3. Вы с король похожи. Вы же не первый, кто это говорит. Урханов, да, он из Узбекистана. Нет, Сейшелы не планируется закрывать. На самом деле Сейшелы отстроили так основательно, что мне кажется, в ближайшие года 3-4 Сейшелы точно будут жить и процветать, если не дольше, потому что там все масштабно, очень дорого, очень лакшери, там прям так цивильно, основательные. Я даже сужу по технике, насколько там сейчас все расстроилось, то не ждите, ребят, Сейшелы, они будут жить долго. Добрый день, кастинг. Да, здравствуйте. Сколько вам лет, из какого вы города? Приезжайте в среду, кастинг с 2 до 4. На сайте Дом-2 можно посмотреть адрес в разделе кастинга. С собой паспорт. Да, всего доброго. Ну, так звонят и записываются люди на кастинг. Вот позвонил парень, 27 лет, из Рязани. Вот, ждем в среду. Так, да, сори, какие-то вопросы, наверное, пропустила. Ой, за лайки, да, спасибо, ребят, кстати, огромное отдельно за лайки. Вот кто-то фиолетовые, желтые сердечки, мега активные, популярные. Так, ответить про пынзари. А что примерно вам ответить про пынзари? Дайте номер кастинга. Номер кастинга я диктовала в начале этой трансляции, могу продиктовать еще раз. 8-495 308 95 65. Как отбирать, кто полетит на Сейшелы? Ну, по желанию участников, по готовности визы и по интересной истории, с которой они летят на Сейшелы. Вот так. Да, за лайки спасибо, очень приятно. Что делают пынзари там? Пынзари находятся как корифеи стрички проекта. Сейчас Дашка беременна. Они не живут давно на поляне, но являются старшими советчиками, как приглашенными экспертами, старшими советчиками по построению отношений и образцовому пример для всех остальных участников. Помогают вести стройки, ТЭТы и так далее. Кто будет у Пынзеря, это вам нужно спрашивать у Пынзеря, я не в курсе, я не гинеколог. Кастинг по скайпу или перископу нельзя. Достаточно видео, которое вы снимете, которое я просмотрю. Добрый день, кастинг. Да. Там же написано все. В любую среду, да. Фотографии не обязательно, вас можно здесь сфотографировать. Да, всего доброго, ждем вас. Да, после праздников телефон у нас разрывается. Так, сори, пропустил, наверное, половину вопросов. Если вам не сложно, ребят, повторяйте, потому что, ну, не все вопросы успеваю. Ребят, кто просил номер, дождитесь окончания перископа. И в начале перископа я диктовала телефон уже дважды, поэтому я же не буду каждую минуту его диктовать. За минуту видео снять не можно, а нужно и вполне реально. Добрый день, кастинг. Здравствуйте. Вы из какого города? Сколько вам лет? Из какого? Санкт-Петербург. А лет вам сколько? 26. В Питере кастинг был месяц назад. Теперь вариант только в Москву приезжайте. В любую среду. С 2 до 4.
Ну, смотрите серию, вникайте и приходите уже. То есть это не мы вам предлагаем, кому идти, это вы определяете сами. Да, всего доброго. Сори, да, ребят. А в Кургане кастинг не планируется. Курган маленький город, не миллионник, поэтому, скорее всего, будет в каком-то городе, который ближе к Кургану, но миллионный. Так, еду в феврале на Сейшелы. Очень легко попасть, это остров Майя, Иден-Вилла отель, напротив него маленький остров Лилет, и вот на этом острове Лилет проходят съемки. Если вы находитесь на Сейшелах, приходите с удовольствием, ребята любят русских туристов, с удовольствием пообщаются. Вам 43, нет, вас не возьмут, я уже говорила, есть ограничения по возрасту строго до 27 лет. В Уфе кастинг, не знаю, когда будет, ребята, у меня информация на текущий месяц. Вот в январе кастинг только Краснодар, Воронеж. А в феврале, в начале, то есть или в конце января, пишите, звоните, будет понятно по другим городам. Кастинги в крупных городах проходят, но информация только на текущий месяц. Так, если видео понравилось, но не получилось ответить на звонок. На какой звонок? То есть мы вам звонили, а вы нам не ответили. Не поняла вопрос, повторите так, чтобы было понятно. Черкасов уйдет с проекта к новой девушке. Я не знаю эту информацию, только Черкасов вам скажет. Так, Южно-Сахалинску привет. Да, пожалуйста. Южно-Сахалинску привет. Да, до 27 лет включительно. В Питере кастинг был месяц назад. Ребят, где вы были-то? Кастинг был, реклама была 1,5 месяца. И, кстати, в Питере пришло немного людей. Поэтому теперь из Питера welcome в Москву. Либо присылайте видео. Карелии, Аланец. Передаю привет. Так, в Уфе вообще кастинга не было. Если у вас есть региональное ТНТ, задавайте вопросы вашему местному каналу. Мы с удовольствием откликаемся, если местное ТНТ дает запрос. Как только ваш город даст запрос на кастинг, мы с удовольствием вас его устроим. Если вам 29 лет, ребят, нет, не задавайте одни и те же вопросы. Строго до 27 лет, включительно 27 и не более. Иден-Вилла, да, это называется отель, напротив которого находится остров Лилет на Сейшелах, и вот там проходят съемки. В Хабаровске, ребята, кастинги будут в крупных городах, возможно, и в Хабаровске. Если Хабаровск сделает запрос на Москву по кастингу, значит, мы с удовольствием его проведем. Пока только Краснодар и Воронеж ближайшие кастинги. Да, спасибо за комплименты. Кастинг проходит в форме собеседования, вам задаются неудобные вопросы, чтобы посмотреть, насколько вы умеете быстро реагировать по ситуации, насколько вы интересный человек. Вообще изначально рассказываете вы о себе, и насколько ваш интересный рассказ о себе, уже по ходу его задаются вопросы. Должанскому 42-43 даже, да, но Должанский старичок, на него ограничения по возрасту не распространяется. Оля Бузова не беременна. Ребят, к старичкам ограничения не относятся. Перестаньте задавать один и тот же вопрос. Вот. В 27 вы еще можете прийти на кастинг. 27 включительно и не более. Саше Свохину привет. Да, пожалуйста, передаю. Где можно посмотреть старые выпуски, я не знаю, не в курсе, не могу сказать. Ребят, я понимаю, что кто-то и в 29 выглядит на 20, и в 35 на 23. Все понимаю, супер, но есть распоряжение канала, и так будет теперь всегда. Возрастных участников мы больше не берем, их переизбыток на проекте. Сори, есть другие проекты, пожалуйста, пробуйте, участвуйте, не вопрос. Через месяц мне будет 28, у нас есть ровно месяц, чтобы успеть. Ребят, раньше не было этого ограничения до 27 лет, поэтому когда-то Должанский прошел спокойно. Иногда мы делаем исключение с правил. Если вы супер-пупер интересно, вам там 28-29, ну приходите, попробуйте. Только вы должны понимать, что скидку на возраст мы делаем в обмен на что-то. То есть вы должны очень сильно нас заинтересовать. Добрый день, кастинг. Исключения бывают, конечно. Мы 28-летних берем. И иногда там из последних заходов там Надя, которой 30, когда уже ограничение было. Конечно, исключение из правил всегда есть. Но вы должны понимать, что за это исключение из правил вы должны быть самым-самым на этом кастинге. Больше всех выделяться, быть мегаактивным, с интересной историей. Вам есть что заявить, вы интересная личность и так далее и тому подобное. Вот, поэтому, нет, я объясню, почему мы делаем моложе участников, потому что
На молодых, конечно, всегда интереснее смотреть, потому что они молодые, неопытные, амбициозные, энергичные. И там, где скачет 20-летний, 30-летний уже подумает, а надо ли ему во все это ввязываться, а 35-летний тем более подумает и не будет ничего делать. Поэтому, пожалуйста, ребят, не вопрос, приходите. Игорь спит с мужчиной, да что за бред, ребят. Меньше читайте слухи, не знаю, в интернете. Игорь Трегубенко, ваш гетеросексуал прям натуральный. Хабаровск, если Хабаровск сделает запрос, с удовольствием мы приедем к вам на кастинг. Ребят, трясите ваше местное ТНТ, чтобы они делали запрос на Москву. Мы же откликаемся на запросы местных городов, поэтому приезжаем на кастинги. Добрый день, кастинг. Да, здравствуйте. Из какого вы города, сколько вам лет? Нет, к сожалению, у нас ограничение до 27 лет. Всего доброго. Так, в общем, ладно, ребят, пошла дальше работать, перерыв заканчивается, чай остывает, вот, пора уже валить домой. Вот, в общем, завтра еще поболтаю, заходите, конечно, с удовольствием со всеми пообщаюсь, вечером зайду уже, наверное, из дома. Вот, поэтому всех обнимаю, всех целую, надеюсь, вы хорошо провели новогодние рождественские праздники. У вас не так сильно проходит стресс и адаптация к работе, вот, потому что у нас, понятно, работа креативная, мы как-то легко вошли. Вот, поэтому удачи вам всем, здоровья, счастья в новом году. Как я всегда говорю, у пассажиров «Титаника» были деньги и здоровье, и это их не спасло. Поэтому удачи в новом году вам тоже не помешает. Всех обнимаю, всех целую. Всем пока. Заходите попозже, обязательно еще зайду в интернет. Обещаю просто. Так, сейчас сообразим, как это.